Здравствуйте, подпишитесь на канал, ставьте лайк. Тип двигателя, смотрите это видео в 4К, тип двигателя двухцилиндровый, четырехтактный двигатель жидкостью охлаждаем четырьмя клапанами на цилиндре, двумя расположенными сверху, распределительными валами и смазочной системой с сухим картером. Так, диаметр и ход поршня 8,6 мм и 7,7 мм. Рабочий объем 895 сантиметров куб. Номинальная мощность 105 лошадиных сил, 77 кВт при 8500 оборотов в минуту. Максимальный крутящий момент 90 Hm при 6500 оборотов в минуту. Степень сжатия 13:1 и 1. Топливная система, электронная система выпрыска топлива. Так. Очистка отработающих газов, регулируемый трехкомпонентный каталитический нейтрализатор, норма токсичности ООГ Евро-5. Максимальная скорость 216 км в час. Расход топлива на 100 км согласно стандарту WMTS 4 на 2 литра в 100 км. Бензин. Тип топлива. Бензин супер без содержания свинца. Минимально октановые числа 95. Так, генератор 14 Вт номинальная мощность. Аккумуляторная батарея 12 А, не требует технического обслуживания. Так, поговорим о трансмиссии. Сцепление, многодисковые цепления в масляной ванне, проскальзывающие типы. Коробка передач с 6 передачами с переключением кулачковыми муфтами интегрирована в картер двигателя. Привод цепь O-ring с демпфером в ступице заднего колеса. Поговорим о ходовой части. Тормозная система, рама, стальная рама открытого типа, передняя подвеска, вилка перевернутого типа 43 мм. Так, задняя подвеска алюминиевая, двуххлаповая, балансир напрямую сочленный, центральная амортизирующая стойка, пружинная основа с гидравлической регулировкой, амортизация хода отбоя. Так, ход подвески 135 мм и 142 мм. Это ход подвески спереди и сзади. Так, колесная база 1 и 518 мм. Кастер 114 на 3 мм. Угол поворота рулевой колонки 60 на 5 градусов. Колеса легкосплавные. Так, передняя шина 120 на 70, ZR17. Задняя шина 180-55, ZR17. Так, двойной дисковый тормоз, тормозные диски с плавающим креплением, 320 мм, 4 поршневые плавающие скобы. Задний тормоз, однодисковый тормоз, 260 мм, 1 поршневый суппорт с плавающей скобой. Антиблокировочная система тормозов BMW Motorrad ABS есть. Так, высота сидения 815 мм. При заказе ходовой части может измениться. Так, высота по внутреннему шву брюк 1820 мм. При заказе низкой ходовой части может измениться. Полезный объем топливного бака 13 литров, из них запас 3 на 5 литров. Длина 2140 мм, высота 1130 мм без зеркал. Ширина без зеркал 815 мм. Снаряженная масса без нагрузки с полным баком 211 кг, допустимая масса 430 кг.
полная нагрузка вместе с серийной комплектацией 219 кг. Так, поговорим о стандартной комплектации. Да, приборная панель BMW Motor Connectivity с TFT дисплеем есть. Светодиодная фара есть. Светодиодный указатель поворота есть, АЦК есть, режимы вождения Rain Road есть, регулируемые рычаги тормоза и сцепления есть, розетка 12 вольт есть. Так, дополнительное оборудование можно отдельно. Светодиодная фара Heat Light Pro с адаптивным освещением поворотов есть. Можно дополнительно купить. Режимы движения Pro с ABS, Pro DTS, MCF, DBC. Система без ключевого доступа, как Keyless Ride, RDS, система контроля давления шин, низкоходовая часть, можно дополнительно купить. Так, смотрите другие модели BMW мотоциклов. На экране вы видите, нажмите на квадрат. Да. Не забудьте ставить лайк и нажмите красную кнопку подписаться.